Всем привет! Это канал K-Drama Fun, и сегодня мы расскажем вам о 5 лучших корейских актерах. На 5-м месте Ким Су Хён. Он родился 16 февраля 1988 года в Южной Корее. В средней школе он впервые начал играть на сцене, чтобы перебороть свою застенчивость. Начав учить сценарии и практиковаться в школьных спектаклях, он впервые задумался о том, чтобы стать актером. Су Хён поступил в университет Чонан на специальность актер театра и кино. Стал известным после того, как сыграл в дораме «Одержимые мечтой». Еще привлек внимание зрителей, играя главных героев в их детстве в дорамах «Гигант» и «Будет ли снег на Рождество». Также сыграл в таких дорамах, как «Человек со звезды», «Солнце в объятиях луны», «Отчий дом». Кроме своей актерской деятельности, Ким Су Хён занимается еще пением. На 4-м месте Ким Хён Джун. Он родился 6 июня 1986 года. Популярный корейский актер еще в детстве научился играть на гитаре и фортепиано. Пик его известности припадает на момент, когда он играл в дораме «Цветочки после ягодок». Также сыграл в дорамах «Эпоха чувств», «Завоевание города», «Озорной поцелуй». Ким Хён Джун был признан иконой стиля в Южной Корее. Также являлся лидером и главным танцором известной подростковой группы под названием SS501, но на данный момент группа распалась. На 3-м месте Чан Хен Сок. Он родился 4 августа 1987 года. В возрасте 6 лет Хен Сок начал свою деятельность в качестве модели. Как актер дебютировал в возрасте 10 лет. Играл в дорамах «Ты прекрасен», «Дождь любви», «Красавчик». На 2-м месте Ли Мин Хо. Актер родился 22 июня 1987 года. В детстве Ли Мин Хо мечтал стать футболистом, но жизнь распорядилась иначе, и уже в 2005 году он дебютировал на съемочной площадке. Актер сыграл главную роль в дораме «Цветочки после ягодок». Также играл в «Наследниках», «Вере», «Городском охотнике», «Личных предпочтениях». На 1-м месте Ли Чон Сок. Он родился 14 сентября 1989 года. Принял участие в кастинге для актеров на SBS, когда он был еще в старшей школе. Актер очаровал людей своим высоким ростом, привлекательной внешностью и своими способностями актерской игры. Стал известным после того, как сыграл в дораме «Таинственный сад». Также снимался в дорамах «Пиноккио», «Доктор Чужестранец», «Я слышу твой голос».